Наступивший 2023 год объявлен в Беларуси годом мира и созидания. Поэтому в центре внимания будут образовательные проекты, ориентированные на укрепление в обществе идей мира и созидательного труда. И концепция «Школ мира» сюда отлично вписывается. Этот проект реализуется общественной организацией «Белорусский фонд мира» при поддержке Министерства образования и представительства ООН в Беларуси. В Брестской области участниками проекта стали 11 учреждений образования. Основными задачами, наверное, и целями школ мира, конечно, является прежде всего это воспитание молодежи на принципах нравственно-духовных ценностей, патриотизма, популяризации национальных достижений, особенностей, традиций. Как правило, со школьных скамей человек формируется как личность. Соответственно, закладываются такие качества, как милосердие, забота, любовь, оказание помощи в трудную минуту в той или иной ситуации. Чтобы иметь статус «Школа мира», учебное заведение должно быть показательным по многим пунктам, в том числе в сохранении исторической памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, помогать ветеранам, пропагандировать здоровый образ жизни и многое другое. Каждый из этих учебных заведений, которые вошли в статус этой «Школ мира», это наших 11 учебных заведений, да, подтвердили именно вот эти направления. Как правило, у этих школ также присвоены имена героев, наших героев нашей Республики Беларусь, героев нашей Великой Отечественной войны. Поэтому я уверен полностью, что в год мира и созидания обязательно статус вот этой школы мира получат еще ряд наших учебных заведений. Ребята очень активно включились в эту работу, реализуют эти ряд проектов, показывают себя. И наши руководители учебных заведений уже заявляют о том, что они готовы поучаствовать и получить данный статус школы мира. Поэтому я уверен, что работа в данном районе будет продолжена.